А я и говорю, мужики, зайдет какой-нибудь такой дурачок. Заходят дурачки какие-то такие. Пися, пупа, ка-ка-ка-ка, пися, пися, пупа, папа. С тобой нормальные люди общаются. Пися, пупа, блядь. Отпустите меня. Пися, попа, ты там вот это все. А да, я скажу быстро, блядь. Я вчера захожу, короче, вечером, 8 вечера, заходит ко мне мужик. Взрослый. Пися, попа, кака, пупа, пипа, пипа, пупа, пупа, пися, попа, пися. Если бы я тебя сейчас рядом присидел, я бы тебе, блядь, пидорас, сука, блядь, ляпнул, блядь, как шлюху. Пися, попа, блядь. Да это не я, говори. Ну зашел к тебе этот чувак, и что он тебе сказал? Вот так вот говорит мне прям, я, бля, мне даже стыдно повторять. Пися, попа, кака, пупа, пися, 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 попа, пися. Я это слушаю, я эту хуйню слушаю, у меня уши вянут, блядь, потому что я пришел с колледжа поиграть в танки. Взрослый мужик, ваш ровесник, между прочим. Ты брызгалка, что ты можешь о мужиках знать? Ты из колледжа пришел, пися, попа. А нахрена ты это повторяешь? Что именно повторяю? Поймал какое-то говно на язык, вот эту херню, пися, попа, блядь. Он тебе не... В этом все дело, ему это все понравилось. Мне это не понравилось. Заходит долбоеб, и вот такой. Пися, попа, пися, попа, как... Я это слушаю, но это вообще пиздец. Взрослый мужик.